А сегодняшний наш концерт будет состоять не только из музыкальных номеров, но и из стихотворений поэта Серебряного века. И я хотела бы пригласить на эту сцену мастера художественного слова Дмитрия Кирпича. Я вчера еще рад был отречься от счастья. Я презрением клеймил этих сытых людей, променявших туман и холод ненастья на отраду и ласку весенних лучей. Я твердил, что покуда на свете есть слезы и покуда царит непроглядная мгла, бесконечно постыдны заботы и грезы о тепле и довольстве родного угла. А сегодня весна золотая, вся в цветах, и в мое заглянуло окно, и забилось усталое сердце, страдая, что так бедно за этим окном и темно. Милый взгляд мимолетного полный участия, грусть в прекрасных чертах молодого лица, и безумно мучительно хочется счастья, женской ласки и слез, и любви без конца.